Сегодня давайте поаплодируем маме, подожди, и Вере. Подождите, друзья, надо было снимать вот там, вот мы залазили на эту лестницу. Все руки закулись, но были у меня под шубой. Живы хоть, все в порядке. Да уж живы, конечно. А одежда какая? Я не хочу сюрпризов, я хочу в баре сидеть. Мама, сядьте сюда, сядьте сюда. А, ну что ж. Здравствуйте, Вера. Рады видеть в очередной раз вас у нас в вечернем квартале. Тоже чуть не заснула, да. Да. А что ж вы, я смотрю, как обычно, с мамой. Да? Да. Вот мы, знаете, тоже задались вопросом, вот почему? Почему мы все время видим Веру с мамой? Потому что нельзя ее никуда отпускать. Ну, хорошо, да, есть. Но если есть мама, то вообще, по идее, должен быть и папа. Ну, по логике, да. Знаете, мы вот подумали во многих клипах, мама рассказывала о том, что папа у них, то он, значит, полярник, то... Юрий Гагарин. Гагарин, космонавт, летчик-космонавт, кем он только ни был, то есть проводником, матросом, владельцем клуба «Челси». В общем, сегодня мы решили собрать на этой сцене всех претендентов. Ой, интересно. Да. Итак, моряк дальнего плавания Сергей Петрович Данилко. Сергей утверждает, что вы, Вера, плод огромной любви, потому что ваша мама была первой, кого он встретил после трехлетнего плавания. На Потапа похоже. Продолжаем. Летчик Артем Николаевич Данилко. Артем сбил 17 немецких самолетов, за что его и выгнали из гражданской авиации. Продолжаем. Проводник Соломон Маркович Данилко. Соломон Маркович утверждает, что передал Вере свои гены поездом Хмельницкий-Дебальцево. Ага. Марк Соломонович Данилко, космонавт, утверждает, что был в космосе вместе с мэром Киева. И, наконец, последний представитель, кандидат. Но тут, собственно, без комментариев. Для начала, уважаемые отцы, давайте познакомимся с вами поближе. Юнга, крейсер нерешительный, русский. Летчик, самолет кукуруза, молдованин. Воздушный проводник, пятый вагон, украинец. Я понял, что в шестом я ездила. Ага. Космонавт, космодром Байконур, джедай. Еще ближе. Похоже, да? Ближе, ближе. Вспоминаю. Ну что ж, я думаю, абсолютно всем понятно, у кого вообще нет шансов, правда? Кто должен уйти первым? Кого даже в страшном сне? Вера не может представить в роли своего отца. Летчик свободен. Че стоим-то? Итак, первый конкурс у нас интеллектуальный. А, стоп. Вернитесь обратно, я понял свою ошибку, извините. Начнем сразу со второго конкурса, извините. Итак, следующий конкурс. Мама. Ага. Мама, естественно, вы правы. За время внешне все могли измениться. Поэтому сейчас будем определять папу, так сказать, на ощупь. Да? Так, завяжите маме глаза. Следующий конкурс называется «Глаза не видят, но руки-то помнят». Ну вот помню, что было темно, все. Как сейчас. Как темно, как сейчас. Вот сейчас будут ага, ощущения, надеюсь, такие. Так. Итак, мама, идем. Пойдемте щупать папу. Итак, первый претендент. Активнее руками. Вот первый человек. Первый папа. Ну. Как? Да вообще не то. Не то? Не то? Вообще. Не то? Хорошо. Итак. Это я, мама, это я пока. Ой, подождите, Господи. Подождите, вот. Идем, итак, идем, следующий идем. Претендент. Но как? Как, мама? Что-то мама заинтересовалась. Ключевой момент. Только намного нежнее. Все. Мамочка, давайте, может быть... Боже мой, к сожалению, мышечная память маме не помогла, извините. Так. Да. Поэтому переходим к следующему конкурсу. Настоящий папа должен уметь сделать для своей дочери абсолютно все. Завязать косичку, накрасить губы, переодеть куклу. И поэтому следующий конкурс называется «Сделай доте грудь». Как задумалась.
Разбирайте реквизит. Квартал, вы дурак. Спокойно. Начали! И! Так, надевайся на то. На розовый надевайся. Пошел вон! Что это такое? А я знаю, что это. Последний конкурс, мам. Как известно, свой талант папа передал Вере через гены. И вот это вот движение, знаменитое движение. А можно музычку? Ну, явно от мужчины. Ну как? Поэтому, мама, ну, займите эротичную позицию, чтобы настроить претендентов на соответствующий лад. Ну, мама, ну, вспоминай-то, мама. Ну это так давно было, я бы это тебе знала. Вера, может быть, вы эротичную как-то. Итак, музычку. Смотрим внимательно. Мама. Ну как, мама? Нравится? Я тут. Вспоминаете, о, да? Боже. Вспоминаете, мама? Ну что, это приблизительно, но надо пощупать. Вера, знаете что? А мама у вас балована. Это есть. Ну такая родилась. Что ж, сегодня мы определили, что лучший папа для Верки Сердючки — это мама Верки Сердючки.